Удобство превыше всего. Благодаря новому электронному устройству «Инфомату» оргтрудовцы напрямую смогут записаться на прием к врачам 5-й городской поликлиники. Кроме того, в самой больнице появились новые кадры. Теперь здесь работают фельдшер по оказанию неотложной помощи и на полставки врач-терапевт. С середины августа принимать пациентов начнет врач-травматолог-ортопед. Есть и дополнительные способы проверить свое здоровье. На диагностику можно прийти в передвижной мобильный комплекс. Я сейчас вам дам таблеточку под язык. Вы сейчас ее рассосете, потому что давление слишком высоковато для вас. Измерят давление, сделают ЭКГ и общий анализ крови. Без очередей и нервов. Жители оргтруда оценили удобство мобильных пунктов. Наталья Роскова каждый раз обследуется, когда приезжает мобильный комплекс. Мне сейчас все процедуры сделали, и кровь взяли, и кардиограмму взяли. И это давление смерили, еще и таблетку дали. В больницах-то вот если в город ехать, там не добьешься. Все по направлению надо, все это. А тут приехали, проверились, хорошо. Работу мобильного комплекса оценил и Анатолий Зубченко. О таких машинах он много слышал, а вот обследовался впервые. Обрадовался возможности сделать ЭКГ. Шел нежданно, негаданно, вдруг оказалось, что сам себя, грубо говоря, проверил на функционерном смысле, на здоровье. А таким образом, послезавтра узнаем результаты. За ними нужно будет обратиться к участковому терапевту. Доступность медицинской помощи в микрорайоне Оргтруд будет повышаться, уверяют в департаменте здравоохранения администрации области. Сейчас идет подготовка здания больницы к работе в зимний период. Разрабатывается план ремонта помещений. В планах привести в порядок и территорию вокруг учреждения. Екатерина Старикова, Андрей Беляков, Губерния 33.